Немного экзотики жарких стран в просыпающейся из зимней спячки Ишкар-Але. Если в художественной галерее на этой неделе открылась выставка, посвященная искусству тропической Африки, то в Национальном музее можно увидеть представителей тропической фауны – мартышек, змей, варанов, попугаев, черепах и не только. Одними из первых за экзотическими гостями понаблюдала наша съемочная группа. Виктор своих любимцев понимает с полуслова. Говорит, у каждого из них свои характер и привычки. Например, попугай Ара по кличке Жека любит поговорить. А эти друзья, Татоша и Кирюша, не прочь, если их погладят. Покладистый характер и у трехметрового питона. Это темно-тигровый питон. Зовут его Малыш. Вот эта змея – это одна из самых больших змей в мире. Они вырастают до 8 метров. Вот. Совершенно добрая и ласковая змея. Пауки, змеи, ящерицы, вараны, крокодилы, птицы, приматы. На выставке представлено более 50 видов пернатых и млекопитающих. В живой природе они не встречаются вместе. И уж точно не могли бы столь гармонично и мирно сосуществовать, находясь так близко. Прежде всего потому, что обитают на разных континентах. Индия, Африка, Южная Америка, остров Ява. Здесь собраны редкие виды со всего света. Потому и уход за каждым питомцем индивидуальный. Обязательные условия – питание по расписанию. Теплый вольер плюс чистая вода. За любым животным просто у каждого свои условия содержания. Температурный режим тоже, влажно, все это должно поддерживаться и соблюдаться. Плюс чистота стекол, террариумов, то есть, чтобы человек пришел, ему было приятно. Живые тропики – это редкая возможность пообщаться с енотом Федей и самой маленькой обезьянкой в мире – карликовым игрунком. Весит она всего 70 граммов. Из-за крошечных размеров многие принимают их за мелких грызунов. Эту выставку называют еще и контактным зоопарком. Некоторых питомцев разрешают даже погладить, как, например, эту черепаху по кличке Игорь, которая свободно разгуливает по полу. Все питомцы словно сошли со страниц энциклопедии животных. В Ишкар-Але выставка «Живые тропики» будет работать вплоть до 28 апреля. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.